Про медицину. Муниципальная медицина, государственная, она есть, но если вам нужны качественные медицинские услуги, то в городе есть достаточное количество частных клиник. Вообще, сами по себе албанцы не сильно болеют, то есть даже если взять, например, аптеку, то большая часть товара – это витамины, это косметика, это подгузники, это разные чаи фруктовые, то есть самих лекарств в аптеках не очень много, и это хорошо.